Далее о ситуации с ковидом в мире. Власти Гонконга ужесточают карантинные меры. Об этом сообщила глава местной администрации Кэрри Лэм. В специальном административном районе приостановят работу спортивных залов, салонов красоты и массажных заведений. А рестораны после 6 вечера будут работать только на вынос. Отмечу, ранее жителям Гонконга было рекомендовано оставаться дома и не собираться в группы больше 2 человек. Эксперты считают, что чаще инфекция передается зимой, поскольку больше людей находятся в закрытых помещениях. Приближается Рождество и новогодние праздники, поэтому нам нужно быть осторожными, чтобы не подвергать себя риску.